В автодорожном техникуме такое впервые. Так, в преддверии 8 марта орловские госавтоинспекторы и учебные учреждения объединились и открыли новый региональный конкурс «Девушка за рулем». Одна из главных задач проекта – развеять миф, что женщине не место за рулем. Так, конкурс очень схож с реальным экзаменом на получение водительских прав. Девушкам предстоит показать навыки управления транспортным средством в зимний период времени, также прохождение элементов автодрома. Ну, в принципе, сегодня такая погода не помешает. Да, я думаю, погода им на руку. И хотя многие из этих дам уже имеют водительское удостоверение, все равно волнуются, садятся за руль под наблюдением опытного инструктора. Разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс с задним ходом и параллельная парковка. Все эти навыки можно продемонстрировать здесь, на специальной трассе. Пригодятся эти умения и в движении по городу. Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов. И хотя на первый взгляд девушки проехали хорошо, некоторые ошибки все-таки допустили. Упражнение «Гараж», ровно заехать, не всегда получается с первого раза. В принципе, все участники справились отлично, все хорошо сделали. Второй этап – теоретическая часть. Это тест из 20 вопросов. Ответить на все и правильно необходимо за 20 минут. Однако девушки совсем справились за 10. Одна из них и вовсе уложилась за 2. Очень часто бытует мнение, что девушка и руль – это понятие несовместимое. Проводя наш конкурс, мы хотели показать то, что девушки могут справиться как с практической частью, так и со знанием правил дорожного движения. И, на наш взгляд, конкурсантки справились с этим на отлично. Стефания Басрева, Илья Афоничкин, телеканал «Первый областной».